НБУ оновив методику визначення системно важливих банків. До таких банків висувають більш жорсткі умови, ніж до всіх інших. Прес-служба Нацбанку повідомляє, методологія враховує рекомендації Європейського наглядового органу та міжнародних практик і точніше відображає значущість банків на ринку. Більш детально про це поговоримо з незалежним банківським експертом Павлом Крапивіним. Вітаю вас. Доброго дня. Норматив миттєвої ліквідності посилений, не менше 30%. Максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента не більше 20%. А скажіть, будь ласка, встановили підвищені вимоги до капиталу? Які саме? Мы говорим об увеличении требований для тех банков, которые попадают в перечень системно важливых. Во-первых, мы должны понимать, что Национальный банк, несмотря на заработанную методику, все равно утверждает их своим постановлением. То есть, с одной стороны, Национальный банк убрал субъективизм, введя математический расчет. С другой стороны, так как статистика всей банковской системы собирается самим Национальным банком, соответственно, банк утверждает своим постановлением, которое вот должно, по идее, с 1 июля впервые обозначить перечень этих банков. И усиление нормативов, оно тоже не одно для всех системно важливых, а в зависимости от того, какое количество базисных пунктов они наберут, от 1 до 2% возможно усиление тех нормативов, которые обязательны к исполнению, в том числе и формирование подушки капитала. Нацбанк ввел ранее уже требования к дополнительному капиталу, который должен накапливать, скажем так, формировать банк на случай каких-то кризовых явищ, каких-то непредвиденных ситуаций в банковской системе, которую за последние 15 лет мы уже наблюдали не один раз. Соответственно, вот принятие этого постановления и введение дифференцированного норматива, увеличение вот этой вот подушки запаса прочности с точки зрения капитала, в общем-то, реакция, может быть, несколько запоздалая, кто-то говорит, что наоборот, несколько несвоевременная, учитывая состояние сегодняшней банковской системы. То есть своевременность – это достаточно большой вопрос, дискуссионный. Но, тем не менее, то, что это идет полностью в конве, как вы правильно сказали, решений директив ЕС и парламентских решений Европейского Союза, безусловно, придает решению НБУ не только какую-то легитимную подоплеку, но и объяснение самой методики, как она считается. Потому что если мы посмотрим вглубь методики, мы поймем, что Нацбанк, с одной стороны, говорит о усилении нагрузки с точки зрения методологии, то есть усиление надежности банков и направления дополнительных средств в капитал, с другой стороны, объясняет, на основании чего, на основании объективного расчета это происходит, поскольку раньше Национальный банк отталкивался в основном в принятии своих нормативов, в общем-то, из своего видения ситуации. На сегодняшний день я, прочитав данное постановление, увидел, что, в общем-то, максимум объективизма добавлено в решение Национального банка, что снимает достаточно много вопросов, а почему так, а не иначе. Добре. А скажіть, будь ласка, давайте пояснимо, що це означає для населення і для бізнесу. Виходить, що краще тоді брати свої гроші, вкладати в такі банки, чи розкажіть про плюси і мінуси? Я глубоко уверен, что никто, кроме банкиров, не увидит разницы. Если мы говорим про клиентов банков, как физических, так и юридических лиц, то принципиальной разницы, если проводить жесткую корреляцию с точки зрения надежности банка и отнесения к системно важным, я бы не сказал. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы есть общепринятый мировой тезис, что too big to fail, слишком большой, чтобы упасть, и государство должно поддерживать крупные банки. Однако данная методика, я вынужден коснуться содержания этой методики, потому что иначе неполно отвечу на вопрос. Да? То есть она вводит глобально два подхода к важности банков. Первое – это их завязанность на рынок. Три критерия – это размер активов. Раньше это было результирующим критерием для определения системно важного банка. Второе – это связанность с другими банками, то есть межбанковские взаимные кредитные операции, на которые Нацбанк ранее вообще не обращал внимания, а это невозможно, потому что система едина, и слабость одной клетки, одной ячейки неизбежно приводит к ослаблению соседней с ней. И мы здесь уже говорим подход к оценке не точечного риска одного банка, а его влияние на соседствующие с ним, связанные межбанковским кредитованием, любыми видами межбанковских операций, корсчетами и так далее. И третье – это завязанность на клиентов. Здесь уже конкретная корреляция с в первую очередь, юридическими лицами. Перечень счетов огромный, которые входят, там без программного комплекса этот коэффициент не рассчитать. Я пытался, нереально по каждому конкретному банку. При этом четко видно, что один из критериев, первый раз я его вижу, это количество начальных платежей в системе электронных платежей, которые генерирует банк. То есть это его активность на рынке, поскольку, как правило, банк, Национальный банк всегда обращал внимание на балансовые показатели, то есть остатки на начало дня или конец дня, на закрытие баланса. А показатели оборота не участвовали в принятии решения о том, насколько этот банк важен для рынка. Здесь же мы говорим о том, что впервые введен показатель, который говорит об активности банка, деловой активности, активности с клиентскими, в первую очередь, платежами. Вот. Почему я говорил о том, что данное постановление разительно отличается от любых предшествующих документов в методологии Национального банка. Очень много подходов, которые, может быть, там вот не так заметны, прописаны буквально одной строкой, но они принципиально новы с методологического и идеологического подхода к оценке риска. Второй подход, который уже более традиционный, это доля в, грубо говоря, фонде гарантирования вкладов. То есть та часть депозитов физических лиц, которая покрывается 200 тысяч на сегодняшний день фондом гарантирования вкладов. То есть какой потенциальный ущерб выплаты фонду гарантирования вкладов может принести плохая ситуация с данным банком. Здесь это уже более традиционный подход, и здесь ничего как бы нового нет. Что меня удивило, что этот как раз показатель достаточно легко рассчитывается, исходя из данных статистической отчетности банков. И мне кажется, что он достаточно сильно занижен. Так, к примеру, минимально для того, чтобы банк был отнесен, а я напомню, что и первая группа факторов, и вторая, независимо, каждый из них относит банк к системно важным. Не и, а в том числе. И 100 базисных пунктов, которые указываются для второго коэффициента, то есть участие в доле в фонде гарантирования, это, если перефразировать в более понятный язык, это 1% от всех вкладов, гарантированных фондом гарантирования по банковской системе Украины. В моем понимании, это очень незначительный показатель. И говорить о таком банке, как системно образующем, мне кажется, очень-очень большая перестраховка. Вполне возможно, что именно такая идеология заложена именно из-за того, что это сделано на основании европейских рекомендаций или европейских директив. Однако 1% в объеме гарантированной банковской системы Европы — это принципиально другое в абсолютном измерении. Во-первых, там сумма гарантирования 100 тысяч евро, а не 200 тысяч гривен. Во-вторых, объем каждого банка принципиально больше. Вот. И мне кажется, что если... Я не могу ответить, это прямая калька или как-то видоизмененная для украинских условий. Но мне кажется, что данный показатель, он существенно, весьма низковат. 1%, это... Многие банки попадут туда, в этот перечень по этому критерию сильно важных банков, по сути, не являются таковыми, если брать в масштабах банковской системы. И ваш вопрос, доверять ли больше со стороны клиента, юр или физлица такому банку, вот именно этим критерием, почему я ушел в такую детализацию, он несколько дискредитируется. То есть если вот настолько небольшой критерий уже делает банк системно важным, то действительно ли они... Потому что у нас все-таки в голове системно важные банки, это, грубо говоря, там 5-6, до 10 банков банковской системы любой страны, которые являются системно образующими и контролируют 50-60-70% банковской системы Украины. Какой-либо страны. Вот. Есть страны, в которых один банк контролирует 70%. Не европейские, безусловно. Вот. В Грузии очень высокая концентрация. Давайте, до речі, поговоримо про банки українські. З 2016 року це Приватбанк, Ексимбанк і Ощадбанк. У світлі останніх подій з Приватбанком, чи війде він у список? Однозначно, причем по всем категориям. И более того, я думаю, что в этот список войдет первая 40-ка банков просто по размеру активов, даже не доходя до второго этапа анализа. Ведь по физлицам, то, что я говорил, это второй этап анализа. То есть до него можно даже не доходить, если по первому критерию. А первые три критерия, как я уже сказал, это размер активов, это взаимодействие с банками и нерезидентами. Тут тоже удивительно, что я ожидал, что этот норматив будет украинские банки и банки-нерезиденты, то есть влияние зарубежных финансовых учреждений. Но нет, в постановлении написано просто нерезиденты. Это могут быть компании, международные организации, фонды, зарубежные физлица. Это все в понятии нерезиденты. Вот. И третье, это, собственно, уже влияние на бизнес-среду, назовем так, на клиентов именно украинского рынка. Мне кажется, что уже по этому критерию попадет достаточно значительно. Я думаю, что первые 40 это гарантированно. У нас сейчас 76 банков. То есть их не настолько много, чтобы Вот я думаю, что 40 гарантированных, возможно, даже там и больше. Пойдет даже по этим критериям. Нет, значит, добьет второй показатель. Это уже критерии участия в фонде гарантирования вкладов. Дивіться, особливі умови до цих банків зрозуміло, але так само ж контроль, я так розумію, він сильніший з боку держави? С точки зрения методологии контроля, скажем так, перечня мероприятий, их частоты применения, глубины проверки, ситуация не меняется, потому что в нормативные документы, связанные с конкретно банковским надзором, его методологии проверок, изменения не внесены, и в моем понимании, но их трудно внести, потому что то, что сейчас работает, и так уже, знаете, как устав караульной службы написан кровью, да, сейчас у Национального банка действительно было очень много фактажа, на основании которого он мог писать не теоретические изыски на тему, как бы хорошо было бы, а действительно на практических кейсах смотреть, где сработало, где не сработало, делать выводы. И с учетом того, что Национальный банк последние, ну, наверное, полтора так точно, может быть, даже два, ну, наверное, полтора активно меняет правила игры на рынке, это связано, в первую очередь, с финансовым мониторингом, с ролью банка в валютном контроле, ну, один закон о валюте чего стоит, и его имплементация в виде подзаконных документов Национального банка. То есть на банки постоянно переносится все больше и больше контрольная функция. И санкции за это Нацбанк совершенно не стесняется применять. Мы все прекрасно слышим, что не месяц, то штраф либо за финансовый мониторинг, либо менее публичные, но штрафы за валютный контроль. Сейчас пока, скажем так, некий информационный вакуум, потому что не так давно, всего лишь с февраля, вступил в силу новый закон, но в нем очень много отнесено на компетенцию банков и на их ответственность. Я думаю, що це ще буде міна замедленого дійства. Дякую. Говорили з Павлом Крапівіним, незалежним банківським експертом, про нову методику визначення системно важливих банків. Нагадаю, перелік таких Національний банк оприлюднить найближчим часом. Вони мають розпочати виконання посилених вимог за окремими нормативами з 1 січня 2020 року.